У нас, наверное, одна традиция очень смешная. Мы уже второй год ездим отдыхать на юг и там теряем кепку. Именно кепку. У нас вот так, наверное, такая вот веселая традиция. А так вот, да, каждый год куда-нибудь стараемся съездить, отдохнуть. Новый год отмечаем в обязательном порядке, в семейном кругу. Отпуск берем всегда вместе каждый год. Да, вместе в отпуск Да. уходим. Каждое лето неоднократно выбираемся на ту сторону, на какой-то остров, да, это однозначно. Это прям традиция из года в год. Ну, мы любим завтракать вместе на выходных, может быть, выходим куда-то. Мы уезжаем всей семьей отпраздновать мой день рождения в другой город. Мы каждую субботу собираемся за одним столом у бабушки. Вот такая традиция. Ну и любим настольные игры играть. Это тоже. Наша семейная традиция, если мы выбираемся на дачу, то, естественно, скушать огурчиков, помидорчиков с грядки своей выращенной, которые с февраля культивировали сначала на подоконнике, потом они превращаются в салат, ну и шашлык. Ну, одна из традиций последних, вот как бы мы приобщились к спорту, мы бегаем всей семьей, но в основном с женой, дети с нами на велосипедах сопровождают, как бы, ну, такой отдых для нас, наверное, самый продуктивный, так скажем, нравится. Ну, хотя это не так давно, все, буквально третий год, но такая традиция, я думаю, дети продолжат, может быть, потом и внуки.